Платные парковки в Ярославле будут, несмотря на бурное обсуждение темы. Отказываться от своего решения мэрия не собирается. Тем самым власти города исполняют решение муниципалитета, принятое в мае прошлого года. Для организации парковок привлекут инвесторов. В казне лишних средств нет, брать кредит в банке нецелесообразно и рискованно. В конце сентября объявят конкурс. Привлечение инвестора в платное парковочное пространство – это наглядный пример. Первый пример в Ярославле, когда будет создано муниципально-частное партнерство. То есть наша МКУ и инвестор. Концессия. Вот в случае заключения инвестиционного соглашения или концессионного соглашения, город будет получать в бюджет гарантированный дополнительный доход. Введение порядка – это плюс. Обеспечение безопасности дорожного движения – это плюс. Получение дополнительных доходов в бюджет – это плюс.